Маффины, круассан, глазированные сырочки со вкусом картошка, вафли венские, ореховая паста, нутелла, урахисовая паста, КВД, ну и чьёмба, ароматный пакетированный. Чё за десертим, все эти дела. Всем привет, друзья. Десерт. Начну с таких венских вафли, суфле. В нутеллу ее так. Какая красота. Со вкусом черники. Глазированные сырочки со вкусом картошка. Картошка. Очень вкусная. Похоже на шоколадное мороженое. Маффины, конечно, суховатые. Маффины от бренда Делис. Круассанчо. Круассанчо — это тема. Вот 7 Days. Я его еще подогрел, так как он остался у меня с предыдущего десерта. Кстати, это у меня первый прием пищи. Первый и последний. Время. Я его еще в микроволновочке подогрел, так вообще огонь. Маффины тоже подогрел.
они еще хуже стали. В общем, маффины от Делис я не советую. Нет, этого покупал какие-то, то, не помню, то ли от Шарлиз, то ли что-то, другие какие-то. Они были нормальные, такие сочные, такие пропитанные. А эти не знаю. Хотя они в упаковке, плюс у каждого маффина своя еще упаковка отдельная, то есть. Как воздух туда проникнуть просто не мог никак. Вот такие вот они. Опять же, на любителя, наверное. Кому-то, наверное, нравятся сухие маффины. В принципе, если есть помазуха, то это не проблема, в принципе. Ну, сухость маффинов, я имею в виду. С нутеллой, да, вообще. С арахисовой, она вязкая, вот с нутеллкой это вообще тема. Развалился. Такая прелесть. Это нидерландские вафли. Лишнее. Как-то так сделать, что сырок вообще бомба. Вот о чем говорил, это мой первый прием пищи и последний. Сегодня не завтракал, а обедаю я десертом.
Решил вот так. Кстати, очень даже сытно. Это на черничный вкус. Я говорил, нет, не помню. Подложил сегодня, чтобы меньше шума было. Немножко нутеллки осталось. Нутелла просто огонь. Кстати, 1 числа приходите на стрим 1 апреля в субботу в 16:00. Все. Мутыла закончилась. Осталась только мелкая, но ее тоже доедим.
Сегодня у нас что, 29 марта. Но если вы смотрите это видео, то у вас, наверное, уже и у меня уже 31. В общем, все, друзья, несёр был, как всегда, топовый, как всегда, на высоте, как всегда, бомба!